Друзья, всем привет! Сейчас покажу вам, как можно использовать чипсы в приготовлении прикормки для ловли рыбы. Есть у меня такие чипсы, их нужно нам перемолоть. И сейчас покажу, как я буду это делать. Ну вот, друзья, получился целый пакет молотых чипсов и немножко еще тут сухарики тоже. Не знаю, килограмма 3, наверное, такой добавки. Буду добавлять ее на рыбалках и смотреть, какой будет эффект от ее добавления в прикормку. Так что остаемся. Все самое интересное, как обычно, на моем канале. Всем пока!